ГГ Даунич. Соло. Сагаем, я смогу мипов соло убить БТВ. Это главное. Пизда тебе, Даун! Да не ты поможешь, Этернал. Хуй тебе, блядь, а не Этернал. Соляра для папани. Хорошо разбираешься в Доте 2? У нас ты можешь на этом заработать. Убедись сам. Всего $5 за первый депозит, и ты в плюсе. Жми ссылку в описании. Опа, F миллиард! Омега Люль. Дазл против Легионки, ну что ж. По крайней мере, Дазл это говногерой. Кстати, у Дазла что, винрейт 53,5% против меня? Вот вы цените мою ласткатку на Легионке. Нахуярил, бля, КДА 21 за 19 минут с половиной. Ну, за 20 минут, грубо говоря. Видали? 14.07. Просто БАТУА! Возможно, вышел из тильта. Бля, топ 344? Да за шо ебать, ВТФ. It's in the bag! Жизнец. Immortality is mine! Battle begins. Эс. На самом деле, это хорошо, что здесь Воид, а не Урса. Халато! Омегалан! Воид АФК ставили, что, блять? Разбил шмотки. Собрался умереть или что, челик? Чел, ты чего? Ну ты дурачок или что? Да, под вышкой крипа я их проебал на дауничах. Ну это оказалось выгодным. Фраг важнее крипов. Ну блять, ты что, даун? Почему ты не улетел ко мне? Все, такой дурак. Окей, мы проебали эту игру. Не по 12 уровень, я просто не могу его на 6 уровне гангнуть. Пизда. Окей, хоть что-то. Куда он летит? О-о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 -
А что сделать, гайс? Ну что я могу сделать? А что я могу сделать? Дайте дэмэджа, блядь! О, я жив. Пизда, как он жив, блядь. Ура, лол. Могу ли я помочь против мипа? Ебать, я помог, кстати! Мой дэмэдж зарешал! Если бы не кинул Overwhelming Quads, Бладсикер бы его не добил. Фу, окей. 13 уровень, я камбэкаю. Не успел. Да. Плюс 0 дэмэджа с дуэли. Вкусно. Кстати, могу прокачать талант против мипа. Плюс 50 overwhelming odds damage. Зря не качнул, наверное. Почему у меня silence висит? Чё за... Окей, получил.
Думаю, что Саванс, я же дуэль кинул. Блять. Ну, вернее, я думал, что я не кинул, оказывается, я кинул, думаю, что Саванс. Yes. Оооо, я ошибся. Себя еще убил. Пизда. Ну, нет слов. Легионка худший герой. Даже не могу одного челика убить. Лежать! Сагаем я смогу мипа в соло убить БТВ. Это главное. Хотя если у него будет Eternal Blade... А не, анимай смогу. А не, с Eternal Blade не смогу, подождите. Он же сможет свою... своего клона захуярить в помойку зеленую. Кейс, гоняем, аниме должно быть проще. Дуэль 8 секунд. Это можно убить и после Грейва, и после Eternal Blade. Ну, не получил дэмэджа, но хуй с ним. Главное, убери. Хуй знает, Кирасу или Джелнир. Ну, против Випа лучше Кирасу, наверное. Чмошник, блядь. Да добей его, блядь, животное ЛСное! Почему он не может его добить? Не, ну, Блацука, конечно, жесткий, базара ноль. Так, мне надо баш в этой игре, потому что там эти, блядь, два героя с башами. Ну, блядь! Пиздец! Ну, блядь! Да пизда тебе, даунич! О, одни байбеки. Сейчас будут Рошан деф, наверное. У меня тут центр стоит, похуй. Да пизда ему, лол! Не башь мне, Рошан! Окей, я тоже байбек. Пизда тебе, даун! Да не ты поможешь, Этернал! Хуй тебе, блядь, а не Этернал! Давай, по блэдмейлу, пидорасик! Добей его, блядь, вот этого добей дауна! Дожирите его, блядь, но! Каким чудом, блядь? Пиздец! Война бесконечности. У него Блацука красава, конечно, у него счет, пиздец. Так-то можно сказать, я самый бесполезный в команде. Это при том, что я, по сути, лайн выиграл. Окей, вижу челика. ГГ даунич. Соло. Порвал жопу, блять. Блюн, ой. Из. Занобил 7500 дэмэджа overwhelming отцом, потому что, ну, ми поиграл против меня. Сарказм, сарказм. Соляра для папани, сарказм. Сложно быть полезным. Как быть полезным? Ну пиздец, блядь, ну вот, ну как? Не, ну я, конечно, мог бы выложить вот, где мы за 20 минут разъебали. И где у меня охуенный счет. Ну, я придумал. Я по фасту покажу, как я разъебал. И выложу вот, типа, две игры выложил. Типа, смотрите, две игры выложил. Вот это я сверхразум. Сверхчеловек. Это минут 10 буквально будет. Сейчас разъебу на X2. Ну, как бы, Лайн, это имба-герой плюс легионка, это пиздец. Это сильный Лайн по дефолту. Один из немногих героев, с которыми легионка по-настоящему все-таки может быть сильной. То есть я сразу начинаю с даблкила. Ну, как бы, не, я получил не даблкил, я получил только один фраг.
А, нет, получил даблкил. А, странно. Как бы уже все ясно. Начало с даблкила им пизда. Вот сикер крипа не подойдет. Этот герой слишком имбалансный. Это Deathstroke, это вообще пиздец. Тем более с легионкой. Он, по сути, убирает ее слабости. Вот ей как раз не хватает такого скилла, чтобы она могла на себя что-то кинуть, бежать за противником, коцать и при этом застанет под конец. Это жесть. Вот легионки это идеально. Это то, что ей нужно именно для игры в доту. Сейчас Леон снова сдохнет. Бедный будет сикер, мне его жаль. Вот я смотрю, мне его жаль. Как подойти к крипам, непонятно. Просто никак. Крипам в этой игре уж больше не подойти. Ну, после того, как мне Deathstroke, собственно, сделал игру в начале, то я потом уже буду бегать, солить. Тут вообще в соло фраг. У Ботсикера нету сапога. Пиздец. Бедная была, сука. А, Grimstroke он называется, а не Deathstroke. Орфлан ебало. Не, фраг оставил он, Grimstrokeч. Дуэлька. Ну что, блин, когда я это знал? Ну это уже все, это уже... Это уже все. Вот, конечно, легионка хороша тем, что она сноуболить может, когда вот разъебал лайн. Прям жестко может сноуболить, но... Прикол в том, что... Против хороших игроков и против более-менее адекватного лайна ты его никогда не разъебешь. 20 дэмэджа, 8 минута, фазы дагер. ГГВП. Ну давай, вроде КВП убью сейчас под вышкой. Да. Это вообще пиздец. Да. Земля металлом. Monster kill! Земля меня хочет наебать. Хуй тебе по всему ебал. Good game well played. Короче, если кто не понимает, что со мной происходит, почему я вообще этой хуйней страдаю, я могу только лишь повториться. Доту я перестал задрачивать полтора года назад примерно. Ну, где-то около того. Ну, точно год назад, вообще уже не задрачивал. И, ну, мотивация у меня особо не появляется, просто иногда появляется интерес снова поиграть. И вот сейчас конкретно, ну, вот... Я же всегда говорил, вот легионка мой любимый герой в плане вот внешне, озвучка и т.д. Вот как персонаж. Чисто как персонаж, мне вот этот герой больше всего симпатизирует в доте. Вот просто супер охуенная. Я всю жизнь пытаюсь придумать стратегию, билд, что угодно. Как играть ей, чтобы это работало. И ничего никогда не работало. Даже когда я был задротом доты, даже когда я супер жестко задрачивал, даже в те времена легионкой просто проигрывал 24 на 7. И это просто, ну, я упрямый, это тупик, и мне вот сейчас похуй, то есть... Могу себе позволить проигрывать, сколько захочу, мне плевать. Я уже говорил много раз, прошлой мотивации никогда не будет. Почему-то люди не могут никак свыкнуться с этой мыслью, что никогда ничего не вернется, что прошлое останется в прошлом. Так, всем пока, сегодня стрима не будет. Всем пока, лицо, рука.